Дорогие друзья, я благодарю Бога, что Бог дал право нам быть сегодня в этом служении. Слава Богу! Вы знаете, песня, которую мы будем петь, эта песня лично мне в жизни много раз помогла. И я хотел бы сказать каждому, что если ты думаешь, что тебя никто не понимает, помни, Иисус понимает. Если ты думаешь, что тебя никто не любит, помни, что Иисус тебя любит. Если ты думаешь, что тебе тяжело, помни, что Иисус принес самые худшие страдания. Слава Иисусу! Поэтому эта песня будет о страдании Иисуса, что Его страдания, они открыли нам двери царства радости и славы. И кровь на ланитах застыла. Полдневное солнце, как красный цветок, казалось, в зените застыла. Солнце палящее, и громко смеялись, бронясь палачи над танцем. За все человечество.